Христос воскресе, дорогие братья и сестры! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. Одна из народных пословиц гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам». С кем мы часто встречаемся и проводим время, те и налагают, конечно, на нашу душу свой отпечаток. Мы становимся такими же, как они. Те, кто живет истинно христианской жизнью, тот встречается и общается с самим Господом Иисусом Христом, таинственно восседающим на святом престоле, в тайнах своего тела и крови, служит ему вместе со всем небом, следит за земной жизнью Иисуса, присутствует при святейшей крестной жертве, его любви к падшему человечеству. И все это происходит во время божественной литургии. Для тех, кто еще недостаточно полно изучил это великое таинство Церкви Христовой, мы предлагаем книгу священноисповедника Сергия Правдолюбова «Объяснение божественной литургии». Она вышла в свет в издательстве «Отчий дом» и заняла свое место на нашей книжной полке. Божественная литургия – это центр всей жизни православного человека. Без участия в литургии внутренняя духовная жизнь человека, даже очень верующего, не имеет полноты и силы, так как их сообщает только Бог, с которым верующие соединяются в таинстве причащения. Об этом сам Иисус Христос, Господь наш, сказал своим ученикам, а через них и всем христианам: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Идущие Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Идущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Непостижимы были слова Господни для многих из тех, которые ходили за Ним толпами, и они отошли от Него, так как не имели они еще благодати и того знания о духовной жизни, которое дает только реальная жизнь во Христе, в лоне Святой Матери Церкви. Слова эти смутили даже некоторых учеников Господа из числа 12 апостолов, так что их Он спросил, не хотят ли они тоже отойти. За всех смиренно ответил Петр: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Трудно постигаются эти истины грешным человеческим разумом, и многие уклонились с пути, пытаясь самовольно и дерзко проникнуть в божественные тайны спасения. Но человека, смиренно вопрошающего об этих тайнах, Господь вразумляет через служителей Своих, пастырей. Пастырей, которых Он поставил пасти свое словесное стадо, хранить Церковь Свою, о которой Он дал обетование, что и врата ада не одолеют ее. Когда священник выходит нам вон, чтобы сказать проповедь, то говорит он ее не от себя. Благодать Божия дает ему силу и знание. Потому в такой тишине и в таком благоговейном молчании слушают проповедь этого священника прихожане. В традиции русской православной церкви всегда была забота о том, чтобы народ Божий знал и понимал православное богослужение, особенно литургию. Проповеди и беседы на эти темы были органической составляющей приходской жизни. Издатели данной книги предлагают читателям мысленно перенестись в Троицкую церковь в городе Касимове и прослушать вместе с ее прихожанами 10 проповедей бесед о божественной литургии. Они были прочитаны в 1924-25 годах настоятелем этой церкви, митрофорным протоиереем Сергием Правдолюбовым, будущим соловецким узником. Отец Сергий говорит о самом главном, самом важном смысле литургии, о присутствии на ней самого Господа Иисуса Христа, и говорит горячо, увлекаясь сам и увлекая своих посомых.
Чтобы было более понятно для слушателей, священник текст последования литургии часто цитировал в переводе на русский язык с добавлением своих комментариев. И этот текст включен в издание без изменений. О жизни и личности священноисповедника Сергия читатели узнают из краткого жизнеописания, помещенного в приложении. «Представьте себе, — пишет автор, — что вы сделались свидетелями земной жизни Христа Спасителя. Присутствуете при Его рождении в Вифлеемской пещере, видите Его крещающимся, являющимся народу, слушаете Его дивную проповедь, в особенности проповедь Нагорную, сопутствуете Ему в Его благовестнических подвигах, следуя за Ним по градам и весям палестинским. Присутствуете при Его торжественном входе в Иерусалим, потом на Тайной вечере. Затем идете за Ним в гущу Гефсиманского сада, где Он скорбел и молился. Далее вы с Ним на суде Анны и Каиафы, Пилата и Ирода. Наконец, вы на Голгофе, видите, как распинают Его, слышите глумление и издевательство над Ним, зрите Его смерть и ужас бездушной природы, положение во гроб. Видите, как отвалился камень от дверей гроба и явился прославленный воскресший Христос. Затем вы являетесь свидетелями Его явлений ученикам и народу и сподобляетесь получить благословение от Него, возносящегося на небо. Отец Сергий спрашивает, какие бы вы переживали настроения, если бы видели все своими глазами? Как бы замирало и билось ваше сердце, как бы было полно оно высшего религиозного восторга от такой действительной встречи и общения с Господом? И все это мы можем видеть ежедневно. Все это мы можем пережить за богослужением, называемым литургией. Если бы литургия была только одним воспоминанием земной жизни Спасителя, то она, конечно, не могла бы вызвать подобные чувства. Но она не только воспоминание. Она действительное повторение жизни и крестной смерти прославленного и воскресшего Господа. Действительное, потому что Он Сам невидимо для плотских очей, но реально присутствует здесь с нами в божественных тайнах Своего пречистого тела и крови. Он Сам здесь таинственно, но действительно присутствует, как бы восседая на Святом Престоле. А где Царь Славы, там и Его Пресветлое Воинство. Где Христос, там и все небо. Поэтому в часы литургийных священнодействий весь храм наполняется небожителями, которые окружают Христа таинственно присутствующего в храме. «Кто хочет на себе испытать действие божественной литургии, — говорит автор, — пусть благоговейно войдет в храм перед началом службы и поручит себя и свое сердце Господу, отложив всякое житейское попечение. Усердно и благоговейно молится, так как ему на ум придет». Не о своих маленьких житейских нуждах, а прилежно следуя за тем, о чем молятся все, следя своими мыслями и сердцем за тем, что громко, вслух всего молитвенного собрания возглашает диакон. Пусть следит за словами и действиями священника, покорно наклоняя голову под его благословляющую руку, как бы под руку самого Господа, и радостно принимает на себя призываемую на него священником благодать Святого Духа. Пусть помнит все время, что он молится вместе, одними устами и одним сердцем со всеми находящимися в церкви, имея во главе священника. Приобщившись к такому настроению, христианин и по выходе из храма, как драгоценность, хранит в своем сердце это неземное настроение. И таким образом он воспитывает свой дух в сфере литургийных переживаний и поднимается с одной на другую ступень по лестнице христианского всесовершенствования, черпая силы из божественного богослужения, называемого литургией. Божественная литургия – святейшая из таинств, возвышеннейшая и главнейшая из богослужений, святая святых христианина. Это совместное служение Богу неба и земли. Это сокровище, равного которому нет на земле. Поэтому всякому, кто хочет идти за Христом и становиться все лучше и лучше, необходимо сколь можно частое посещение божественной литургии. Она незримо для человека строит и создает в его душе Царствие Божие. Медленно, но верно преобразует в душе ветхого человека в новую тварь, в новое существо, отмеченное неизгладимой и блистающей печатью богоподобия.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Христос воскресе!